русский раздел в магазине. И молоко. Да. И молоко. И молоко есть. Вон эти печеньки. Есть печенюшки, шоколадки Алёнушка за 3,10. Это получается сколько 3,10? 1,6 евро, полтора примерно евро, да. Вот. Тульские пряники. Тульские пряники есть. За тульский пряник стоит у нас, сколько это получается? 80 центов примерно. Гречневая каша. Да. Каша есть. Мы вот взяли вот такой квас русский. Где он? Покажи. И цена его 1,5 литра, цена его 2,15 левов. Мы сейчас находимся в Болгарии, в городе Варна. Это семги. Это нам не нужно. Все, пойдем. А икра нет? Икра не знаю. Сайра. А этого, кстати, нету, как называется, печень трески. Не знаю вообще. Это же конкретно вкусно и полезно. Я даже не знаю, что это. Ну, хрен, аджика, маслята. Боржоми есть. Боржоми. Бутылка боржоми такая небольшая. А вот печень трески. Сколько? Вот печень трески. Да. Стоит 1 евро 10-15 центов. Может, возьмем паштет из гуся? Не, я не хочу этот паштет. Не. Пойдем. Друзья, вот такой вот магазин находим сейчас в городе Варна, в Болгарии. Очень хороший магазин. Называется это место Макао. То есть здесь сам магазин хороший такой. И также здесь при этом магазине есть хороший как бы кафешка, ресторан. Сейчас я вам ее тоже покажу. Сначала вот сейчас посмотрим печенюшки, которые здесь продаются, разные сладости. Ну, торты есть. Я не знаю только, какой взять. Да. Посмотри и выбери, какой ты хочешь. Мы сейчас хотим взять торт одной нашей бабулечки хорошей, которая работает в киоске. Продает она газеты, и она нам помогала со снятием жилья в этом городе. Но, к сожалению, то, что она нам помогла, у нее бабки были, которые хотели сдать нам жилье, они нам, это жилье нам не пригодилось, но сама бабка, бабулька наша очень хорошая, Нелли ее зовут, ой, нет, не Нелли, как ее зовут, Вилли ее зовут, вот, и мы хотим такой маленький сгривончик, какой-нибудь тортецкий или что-нибудь, в общем, приятное, скажем так, чтобы ей было сделать. Вот такие вот дела, друзья. Так, сейчас информацию по хлебу я вам скажу тоже, вдруг кому будет интересно, полезно. Значит, вот этот хлеб, нет, где здесь хлеб был такой нормальный. Вот, примерная цена хлеба 1 лев, то есть это 50 центов получается, если в евро брать. Его дела. Самый такой хлеб. Нам хлеб нужен, нет? Мы можем торт взять рядом, который там был, который мы смотрели, если хочешь. Если здесь нету подходящего для нее, чтобы нам не носить его. Смотри, как ты хочешь, я вообще говорю. Такой рулик или он не... Мне кажется, тот лучше был, чем этот. Намного красивее. И нам его нести тогда не надо будет. Да, заводной мне. А он нет, шоколадный. А вот этот бери, разницы нет. Не, он же лежит, вон. А, да, точно. Сколько взять, два? Ну да. Парочку. И два шоколадного эклера. Шоколадный эклер у нас стоит 83 лева, цента. Около 40 центов, если в евро брать. Самое дешевое, друзья, в этой Болгарии, это вот этот продукт, который называется пиво. По крайней мере, мне так кажется, я точно не знаю, но, допустим, вот смотрите, 2,2 литра, то есть вот такая вот 2,69, 2,39. В общем, они стоят 1 евро 10 центов, чуть больше 1 евро стоит вот такая двухлитровая, 2
2,69. А, вот, 2,69 лево стоит вот эта бутылка. А здесь 2,2 литра. То есть получается 1,30, если в евро брать. Вот такие вот цены на пиво. Это, насколько я так примерно смотрел, самые дешевые они вроде получаются. Хотя брал я его, скажем так, не брал. Но пару раз мне надо было его брать. Ну что? Может, оставить этот квас? Почему? Нормально. Не, хороший квас будем пить. Зачем? Вкусный. В любом случае он вкусный должен. Не вкусно? Вообще не вкусно. Серьезно? Да? Такое ощущение, что разбавили сироп какой-нибудь. Да? Может быть, тогда тот взять просто? Нормальный который? Ну-ка, дай-ка, давай я тот возьму. Нормальный квас возьму. Давай мне его. На, держи вот эту бутылку у меня. Не-не, вот эту вот, Айран, держи. Так, друзья, поменяем мы этот квас. Потому что он невкусный оказался. Русский квас оказался невкусный. Где он стоял? А вот здесь вот. И вместо него мы возьмем вот этот. Такую сделаем. Перестановку. Как она называлась? Рокировку сделаем в шахматах. Так, все что ли? Все, взяла ты? Тортецкий там возьмем, рядом, чтобы нам не таскать. Какой? Ну я взял, вот он. Какой еще? Какой еще? Не, лучше этот возьмем. Так, друзья, вот такой вот магазин. Ну, будем надеяться, что вкусно. Так, ты пока в очереди стой, я пока сейчас маленькие примерные цены на продукты скажу. А, Шарик, за что снимать? Просто снимаю жизнь болгар. Нет. Окей, все, ух. Не можно снимать. Снимать, друзья, запрещают нам. Телевидение. Анзор ТВ. Так, ладно, мы пойдем отсюда дальше. Я тебя там жду. Вот, здесь у нас рядом находится кафешка, про которую я вам говорил. Она называется Макао Fast Food. Очень хорошая кафешка здесь есть. Здесь тоже нельзя? Почему? Ну, разрешено же, везде можно снимать. Кто запрещает? По закону разрешено. По крайней мере, Анзор ТВ закон разрешает. Вот здесь тоже есть пирожные разные, салаты, вкусности. И сейчас мы что-нибудь возьмем перекусить. Я вам советую, если будете здесь, в городе Варна, это место, потому что здесь вкусно и недорого. Как уже сказал, называется оно Макао. Сейчас покажу еще раз название. Вот, это находится в центре. Что, пока все, друзья, смотрите обзор. Давай двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.